Завтра пройдет очередная горячая линия по поддержке семей мобилизованных красноярцев. Звонить можно будет с 2 часов дня до 6 вечера по многоканальному телефону 226-13-13. На вопросы жителей будут отвечать специалисты Управления социальной защиты населения, Главного управления образования города, а также Молодежного центра «Доброе дело», на базе которого реализуют волонтерские проекты поддержки семей мобилизованных горожан.